вооруженные силы Азербайджана пока не получили турецкие крылатые ракеты «СОМ». Париж запретил их продажу нашей стране. Но братская Турция решает эту проблему своими силами. Как передает Азия-Ас, поскольку двигатель турецких крылатых ракет производится во Франции, Париж запретил Анкаре продавать их Азербайджану. Согласно турецким источникам, договоренность о продаже ракет «СОМ» Азербайджану была достигнута несколько лет назад. Однако из-за запрета, наложенного Францией, сделка так и не была реализована. Даже несмотря на то, что истребители МиГ-29 азербайджанских ВВС были под них модифицированы, а макеты крылатой ракеты «СОМ-Б-1» еще в 2018 году демонстрировались на военном параде в Баку. Разработку крылатых ракет «СОМ» начал турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности «Tubitak Sage», а позднее их серийный выпуск наладила компания «Ракетсан». 600-килограммовые крылатые ракеты «СОМ» класса «Воздух-Земля» дальностью полета не менее 250 км и с 230-килограммовой боеголовкой оснащаются реактивным двигателем ТР-40, производства французской компании «Сафран» и предназначены для уничтожения системы ПВО и военной инфраструктуры противника. Однако, как стало известно, турецкая компания «Кале Ардж» уже разработала для использования в ракетах «СОМ» реактивные двигатели КТЖ-3200 и вскоре начнет их поставку компании «Ракетсан». Таким образом, французский шлагбаум в сделке между Анкарой и Баку снимается. И уже в конце нынешнего года на вооружение ВВС Азербайджана поступят крылатые ракеты «Воздух-Земля». Согласно информации, Азербайджан разместил более 400 официальных заказов на ракеты «СОМ». Реактивные двигатели КТЖ-3200 в значительной степени производятся за счет военно-технического потенциала Турции и будут использоваться также в производстве турецких противокорабельных ракет «Атмаджа». Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.